Здравствуйте, в эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. Обошлось без жертв. В Больших Чаках обвалилась стена сельской школы. Ситуация под контролем. Чувашия готовится к паводку. Хорнвары 2019. В Цивильском районе прошла традиционная лыжная гонка. В минувшее воскресенье в деревне Большие Чаки Урмарского района обвалилась часть школы. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Ольга Пырочкина подробнее. В понедельник, 11 марта, в 8:00 мог прозвенеть звонок на первый урок в школе деревни Большие Чаки. Учебный день должен был начаться для порядка 50 учеников. В здании 74-го года постройки занимались 32 школьника и 22 воспитанника групп детского сада, который находился здесь же, при школе. Еще в субботу шли уроки, а в воскресенье утром рухнула часть крыши, стена и перекрытие между первым и вторым этажами. В здании находился только сторож. Как рассказала его супруга, он отделался испугом. Он просто услышал звук обрушения. Он сильно испугался. Травм нету. На втором этаже располагался кабинет химии и биологии. Под ним столовая и пищеблок. На памяти нынешнего директора серьезные средства в ремонт вкладывали два раза. По программе «Сельские спортивные сооружения» и комплексная компактная застройка сельских территорий. Перед началом учебного года, 3 августа, был принят школа под эксплуатацию, то есть под учебный год. Она ежегодно принимается. Все акты у нас есть. Все подписано. Нареканий в это время не было. Однако то, что здание находится в плачевном состоянии, видно невооруженным глазом. На стенах заметны участки, где кирпичи уже перекладывали. А в спортивном зале для страховки даже усиливали конструкции. Крепления видны снаружи стены. Кроме того, талая вода с крыши стекает по стенам, отметил Михаил Игнатьев. У каждого хорошего хозяина вот таких потеков никогда не было и не будет. Потому что надо строить правильно изначально. Вот когда по стене идет влага, соответственно, и вода, и после дождя, и начинает там и стены разрушаться. По предварительным результатам проверок, потеря несущей способности конструкции произошла из-за ошибок при возведении, отметил министр строительства Алексей Грищенко. Мы склоняемся к тому, что все-таки была нарушена технология при возведении здания, там были нарушены сама кладка стен, технология нарушена, было нарушено при возведение, то есть это несущая конструкция, опирание несущая конструкция. Детально в причинах случившегося будет разбираться Следственный комитет. А специальная комиссия, созданная по поручению главы Чувашии, уже приняла решение. Дети в этом здании учиться уже не смогут. Всех учеников распределили в близлежащие школы. 32 обучающихся первых девятых классов с 11 марта, то есть сегодняшнего дня, будут проводить обучение в Шаховылской основной школе. Кроме того, в данной школе будет продолжить обучение старшая группа дошкольников. И младшая группа будет продолжить обучение в Большеянинской школе Урмарского района. Добираться дети и преподаватели будут на школьных автобусах. Шахабыловский автобус будет задействован для подвоза учащихся с 1 по 9 класса. И будет задействован автобус Большеяниковской школы для подвоза уже детей дошкольного возраста. До родителей, до законных представителей информация о рейсах школьных автобусов мы сегодня уже довели. Что касается вещей учеников, лыж, спортивной формы, комплектов учебников, которые остались в разрушенной школе, их можно будет забрать через педагогов, когда специалисты решат, что это безопасно. Вопрос о ликвидации последствий ЧП находится на особом контроле главы республики. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Павел Редков, Республика. В Чувашии выполняются целевые показатели по заработной плате работников образования, обозначенные в майских указах президента страны. Об этом сообщил сегодня журналистам министр образования и молодежной политики Сергей Кудряшов. Надо сказать, что у нас в системе школьного образования трудится около 11 тысяч педагогических работников, среди них 9,5 тысяч учителей. Если, допустим, педагог имеет стаж работы 20 и более лет, квалификационные категории существуют этого педагога, есть какие-то у него другие заслуги, есть звания, за которые тоже осуществляется дополнительная оплата, он получает приблизительно около 30 тысяч рублей. Надо сказать, что в последние годы сложилась хорошая поддержка наших педагогов, которые достигают высоких результатов подготовки наших учеников к различным олимпиадам. Те, которые подготовили призеров и победителей нашей Всероссийской олимпиады, они получают 250 тысяч рублей.
и 150 тысяч, которые подготовили призеров и победителей олимпиад по чувашскому языку, по другим языкам, получают 150 тысяч рублей. Ну и другие формы поддержки педагогов, которые существуют традиционно в Чувашской республике. И существует еще и поддержка молодых педагогов. Конечно, молодых педагогов зарплата, естественно, немножко ниже, чем средняя по республике. Но для этого существуют такие доплаты, как молодой педагог, который приходит в школу первые 3 года, они получают доплату 0,5 коэффициент. Если приходит выпускник с красным дипломом, выпускник учреждения высшего профессионального образования и среднего профессионального, то у них коэффициент 0,75. Кроме того, после первого года обучения молодой педагог имеет право получить до 10 окладов к своей заработной плате. Кроме того, 30% в соответствии с положением оплаты труда на уровне образовательной организации еще осуществляется так называемая стимулирующая доплата. За заслуги перед Чувашской республикой глава Чувашии Михаил Игнатьев наградил медалями чемпионку 29-й Всемирной зимней универсиады Лану Прусакову и ее тренера Никиту Васильева. Буквально на днях наши спортсмены пополнили медалями копилку сборной страны по фристайлу. Лана Прусакова взяла золото в слоупстайле среди женщин. В мужских заездах лучший результат среди россиян показал наш земляк Дмитрий Мулиндеев. Он стал 5-м. Сегодня глава Чувашии встретился с участниками зимней универсиады. Это очень важно для нас, потому что, с одной стороны, это ваши результаты, а с другой стороны, тем самым звучит Чувашия. И деловой климат вообще в Чувашской республике тоже поднимается. У горнолыжного спорта в республике немало поклонников. Он активно развивается. В связи с этим неплохо было бы укрепить материально-техническую базу специализированной трассы, на которой спортсмены проводят домашние тренировки. Я хотела попросить, чтобы у нас на горнолыжной базе нашей поставили какую-нибудь трубу или перил, чтобы мы могли тренироваться, пока дома находимся. Uh-huh. Вот, чтобы не только в зале могли заниматься или просто на лыжах кататься. Вот, чтобы немного побольше москивы там было для разнообразия. Вот, было бы очень неплохо. Глава республики отметил, необходимо сделать все, чтобы этот вид спорта развивался. За высокие достижения Михаил Игнатьев вручил медали ордена за заслуги перед Чувашской республикой Лане Прусаковой и старшему тренеру сборной команды России по фристайлу Никите Васильеву. Дмитрий Мулиндеев получил благодарность главы Чувашии. Юлия Важенина, Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика. Чувашия готовится к паводку. По данным синоптиков, ситуация пока серьезных опасений не вызывает. Однако готовыми нужно быть к любому развитию событий. Сейчас на крупных реках республики наблюдается так называемая зимняя мижень, то есть период, когда уровень воды ниже средних значений. Кроме того, земля промерзла меньше, чем обычно, а значит, сдержит воду в случае бурного развития паводка. С другой стороны, снежный покров плотнее, чем в прошлом году, и запас воды в нем выше. Больше всего опасений, как всегда, у специалистов вызывает Алаторский район, по территории которого протекает река Сура. По прогнозу нашего гидромета, ожидаем начала паводка. Первая декада апреля – это от 4 до 8 числа. При неблагоприятном развитии паводковой обстановки в текущем году у нас 57 населенных пунктов попадают под зону потопления в 17 муниципальных образованиях. В пределах 1600 жилых домов, население 3500. В республике уже подготовлены 23 пункта временного размещения. Их развернут в случае необходимости. Глава республики Михаил Игнатьев подчеркнул, все подготовительные мероприятия должны быть выполнены своевременно, чтобы минимизировать негативные последствия паводка. В продолжение темы. Сегодня глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков поставил задачу перед всеми городскими службами – не допустить аварийных и чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка. С начала марта в столице тоже начали готовиться к паводку. При наступлении соответствующих погодных условий будет организовано круглосуточное дежурство бригад и спецтехники, АОДОРС, гидросфера, инженерная защита. Произведена очистка от снега и льда дождеприемных колодцев, водоотводных лотков на подходах ко всем мостам, путепроводам и на всех дорогах. Особенно тщательно в этот период контролируют состояние крыши подвала в жилых домах, чтобы не допускать подтопления и схода снега. Особенно глава администрации обратил внимание на состояние городских дорог. Уже сейчас на дорожном полотне видны ямы и пробоины, заполненные талой водой. Подрядчики в короткий срок должны устранить видимые повреждения. Для сохранности дорог столицы в Чебоксарах с 20 марта по 18 апреля вводятся временные ограничения движения транспортных средств общей массой более 5 тонн. Кроме 5 круглосуточных стационарных пунктов весового
морского контроля на Канашском, Марпасадском, Ядринском, Алаторском и Вурнарском шоссе будут работать и два передвижных комплекса. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Игорь Зверев. Республика. В Чувашии прошел первый фестиваль церковных хоров. Площадкой для выступления стала воскресная школа храма новомучеников и исповедников российских города Чебоксары. Церковный хор, или по-другому клирос, редко выходит на сцену. Обычно певчие остаются в тени сводов храма. Но фестиваль предполагает зрителей, так что у прихожан была уникальная возможность увидеть, как поют церковно-приходские хоры Чебоксарской, Чувашской, Канашской и Янтиковской, Алаторской и Порецкой епархии Чувашской митрополии. Хоры исполнили песнопения всеночного бдения, божественной литургии, постной триоде на чувашском языке, умиление, печаль, восторг, радость. Эти чувства свойственны любому человеку. Кроме этого, прозвучали и нотные песнопения, переведенные на чувашский язык известных церковных композиторов Веделя, Бортнянского и других. Любовь и сила веры, надежда и радость – основа основ церковной музыки. В планах сделать этот фестиваль ежегодным. Любовь к спорту плюс инициатива местных жителей и поддержка администрации равно Харамварская лыжня. Пятый год подряд жители Цивильского района своими силами проводят большой спортивный праздник. В нем принимают участие ветераны спорта и совсем маленькие лыжники. В этот раз на лыжню вышли более 100 спортсменов, причем самому взрослому из них 82 года, а самым юным всего 4. Идет, а кто едет? На лыжню участники собираются задолго до старта. Лариса Кириллова приехала сюда специально из Цивильска. Я за любой кипиш, я выхожу всегда на соревнования, участвую, стараюсь, готовлюсь к этому. Как готовились сегодня? Сегодня лыжи готовила с утра, как встала, сразу лыжи подготовила. На такую погоду, конечно, очень тяжело подобрать, но будем стараться, все от нас зависит. Лыжники проверяют снаряжение, тестируют трассу. Кашевар Андрей Яковлев готовит обед – гречневую кашу с тушенкой. Самоучка. Очень люблю готовить. А на сколько порций у вас здесь? На 100. На 150 порций. Всех накормим, еще останется, наверное, даже. И хлеб вкусный очень. И каша очень вкусная. Спасибо коллективу, всему. Ровно в 11 первый старт. На дистанции дошколята. 300 метров многим дались непросто. Ничего, упала, расстроилась, все нормально. Это нам нравится. Мы все спортивная семья. Я и бег люблю, и лыжи. Это хорошо, конечно, всех объединяет, все вон стоят, переживают. Основное, наверное, это для детей в основном. Потому что детям это самое интересное, чтобы они соревновались, учились. А вот Кира Шульдикова показала один из лучших результатов в своей возрастной группе. За ней едва поспевал наш оператор на снегоходе. Сказались учеба в спортшколе и тренировки с дедом. Мне дед сделал лыжню в огороде, сзади огорода. И я практически каждый день тренировалась. В воскресенье я отдыхала. А ты как-то готовила лыжи? Да, мне тренер их чем-то, какой-то мазью намазал, чтобы они хорошо катили. Самыми зрелищными и шумными оказались забеги на охотничьих лыжах. Здесь соревновались команды из разных деревень Малоянгорчинского сельского поселения. В итоге самой быстрой оказалась команда «Байдуши». Серебро у деревни Хорнвары, бронза за жителями деревни Мамликасы. Каждый участник хорнварской лыжни получил вот такую оригинальную медаль-снежинку и ценные призы. А еще мешок полбы, чтобы весь год варить полезную кашу и набираться сил к новым стартам. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. Это были все новости на сегодня. Я Вадим Почема, прощаюсь с вами. Далее смотрите полезную информацию. Всем нам известно, как долго приходится ждать всходов некоторых огородных культур. Чтобы ускорить процесс прорастания, многие рекомендуют перед посадкой семена замачивать. Зачем же это нужно? Давайте разберемся. Первая причина заключается в проверке семян, которые вы купили. Пустило корешок семя, значит, оно в порядке. Вторая причина замачивания семян заключается в обеспечении своевременного прорастания семян, когда они будут помещены в открытый грунт.
А третья и, пожалуй, самая главная причина необходимости замачивания семян заключается в предотвращении и профилактике болезней, которые могут в будущем погубить ваши всходы. Проращивать семена лучше всего между слоями на пестрой ткани, прочных салфеток или ватных дисков, предварительно пропитав их препаратом споробактерин от компании «Ортом». Благодаря такому нехитрому действию вы обеспечиваете профилактику и лечение грибных и бактериальных заболеваний растений, таких как мучнистая роса, фитофтороза, корневые гнили, фузариозного увядания, черные ножки и многих других. Замачивание семян происходит в течение 1-2 часов. Половину чайной ложки или 1,5 грамма необходимо растворить в 1 литре воды, добавить 1 столовую ложку сахара. По истечении срока замачивания семена готовы к посадке. Оставшийся раствор после замачивания всех необходимых вам семян вы смело можете вылить под куст смородины или полить цветы, так как споробактерин безопасен для человека, животных, насекомых и растений. Споробактерин от компании «Ортон» – это биологический фунгицид. Два активно действующих компонента в нем – это триходерма зеленая и сенная палочка. Который расположился в новоюжном районе Чебоксар, рядом с гипермаркетом «Лента», началось строительство нового жилого квартала «Солнечный парк». В скором времени здесь вырастет 16-этажный 4-подъездный дом с собственной автономной котельной. Микрорайон расположен в очень живописном месте, рядом с лесом. В шаговой доступности находится автомобильная дорога. В данный момент за мной происходит забивка свай позиции 24. Это 4-подъездный панельный дом. Вот работа проводится без выходных дней. Преимущество панельного дома перед кирпичным в том, что дом собирается из панелей, которые производятся на заводе. Может собираться в любое, практически при любых погодных условиях. Дом будет сдан в 3-м квартале 2020 года. Ну, мы уверены, что дом сдадим вовремя. Для этого все предпосылки есть. Все дома в Солнечном выполнены из современных 3-слойных панелей с применением звука и теплоизоляционных материалов. Еще одно немаловажное преимущество – это то, что стены, потолки и пол здесь ровные и готовы под косметический ремонт. Если же есть желание купить квартиру с готовым ремонтом, то группа компаний «Удача» и «Сбербанк» предоставляют такую возможность. Стоимость ремонта войдет в сумму ипотеки и увеличится незначительно. С открытием этого нового проекта «Микрорайон Солнечный» объемы продаж компании сильно-сильно увеличились. Да? Это видно и по объему ввода жилья за 2018 год. Да? Это видим мы по тому, сколько клиентов выбирает квартиры именно в Солнечном. Вот. Поэтому все позиции группы компании «Удача» аккредитованы в Сбербанке. Мы выдаем ипотеку без поручителей и оформляем ее очень-очень быстро. Быстрота оформления обусловлена и ценами на квартиры в Солнечном. Минимальный первоначальный взнос составляет 180 тысяч рублей или можно внести материнский капитал. Сейчас у нас старт продаж, вот уже как 2 недели. Можно купить квартиру в жилом квартале «Солнечный парк» от 1 миллиона 198 тысяч рублей. А двухкомнатную квартиру можно купить себе за 1 864 000 рублей. Это тоже очень выгодно. Низкие цены на квартиры – это только часть преимуществ. Уже летом 2019 года в микрорайоне заработает детский сад на 110 мест и начнется строительство еще одного на 250. В Солнечном будет и своя современная общеобразовательная школа, где смогут обучаться 1100 ребят. В августе 2019 года закончится строительство 4-полосной автодороги, которая соединит Солнечный с проспектом тракторостроителей, по которой в последующем будет запущен общественный транспорт. Оценить преимущества городской и загородной жизни в Солнечном смогли уже 3000 человек. В микрорайоне введены в эксплуатацию 9 домов. Нам здесь очень нравится. Мы здесь живем уже 1,5 года. Здесь нравится нам природа. Рядом лес. Мы постоянно гуляем там и зимой, и летом. Зимой можно на лыжах кататься. Нам каток построил застройщик. Там на коньках мы катаемся тоже. На горку построили. Ну, вообще вот здесь чистый воздух. Экологичность, доступная цена при высоком качестве строительства и просторное расположение домов с видом на лес делают район Солнечный одним из самых привлекательных в Чувашии. По номеру 41-0000 вы можете получить консультацию каждый день без выходных с 8 до 21.00 и записаться на экскурсию. Цены действительны до конца марта 2019 года.